Все свое ношу с собой. Данная схема уже в прошлом. Отныне багаж человека будет следовать за ним по пятам. Итальянский концерн, производящий легендарные скутеры Vespa, разработал робота, который выполняет функции рюкзака и в то же время носильщика. Новинка представляет собой вместительный контейнер в форме цилиндра на двух колесах. Робот-рюкзак может как следовать за своим владельцем, так и самостоятельно передвигаться по заданному маршруту.